Мальволя, что с вами? Прелестная леди, папа. Смеетесь? У меня к вам дело, скорее, серьезное. Серьезное? Могу быть и серьезным. У меня от этих подвязок, мадам, происходит закупорка вен. Но что из этого, если это приятно одной? Со мной произойдет, как в правильном сонете, одной приятен, всем приятен. Мальволю, а с вами что-нибудь происходит? Нет. Никаких черных мыслей, мадам. Просто ноги у меня желтые. Оно попало в собственные руки письмо. Я разыскал этот изысканный римский почерк. А вот что. Может быть, вам пойти в постель, Мальволю? Я приду к тебе, мое сердечко! Сей вопрос, соловьи галкам, ответствовали, да. Да как же вы смеете являться к своей прекрасной госпоже с такой неприличной развязностью? Тьфу. Да. Не пугайся величия, так ведь было сказано. Что? Одни велики по рождению. А что это значит? Другие добиваются величия. Чего он там городит? А иным оно даруется. О, исцели вас небо. Ах, вспомнили, кому нравятся мои желтые чулки. А при чем тут эти гадкие желтые чулки? Кто хотел меня лицезреть в подвязках? В подвязках? Ой. Дерзай и достигнешь того, чего пожелаешь. Иначе в моих глазах управитель, слуга, не достоин коснуться перстом фортуны. Это я. Любимая. Он явно тронулся. Мадам! Мадам! Мадам, молодой джентльмен герцог Арсина вернулся. Я аж трудом уговорила его вернуться. Он ожидается изволения вашей милости. А ну сейчас! Ну сейчас я к нему выйду. Милая Мария, за этим субъектом надо приглядывать, да. А где ж мой родственник Тоби? Я отдала бы половину состояния, чтобы с ним ни диву не случилось бы. Ты чего довел женщину? Все моя! Вот теперь понятно, кто я. Вот. Все сходится с ее письмом. То есть она присылает ко мне своего родственника, чтобы я мог обойтись с ним с должной амбицией. Как она писала там. Будь нелюбезен с ним, разговаривай как человек высокого положения, держись как нечто незаурядное. Значит, следовало как этого добиться. Она строгая. Все мое! А когда она прощалась, боже, как она сказала, говорит, субъект, ни мальволю, ни по званию. Нежно так
интимный субъект. Господи,